Здравствуйте, ребята! В этом коротком видео я вам покажу центральный рынок города Кишинева. Если вы в Кишиневе, я вам советую пойти на рынок, посмотреть, прикупиться, попробовать местные фрукты, местные овощи, посмотреть, как живут местные люди. А Молдавия славится, как вы знаете, вином, славится виноградом, орехами, грецкими, миндалем, шоколадом. Конечно, шампанское, коньяк, вы там все найдете, вы на рынке все сможете купить. И булочки, и все, что хотите. Цены, я вам подскажу, все делите на 20, и это будет в долларах. Адрес рынка, вы спросите любого человека, вам подскажут. Я вам скажу, Штефан Челмари, угол Армянская, или Штефан Челмари, угол Тигина. Итак, я оставлю вас, смотрите видео. Șoaptă plină de văpăi, revărsată peste zări. Șai-la-lai-lai și zborul, șai-la-lai-lai, duce dorul, dante, vocal, iubirii, joc, e hora din Moldova. Când o iubești, te răsfață, când o mârdești, îți dă viață tot cu vopsea, vântă-n joc, e cu Надеюсь, что это видео вам понравилось и пригодилось. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео о путешествиях, о заработках в интернете, о возможностях и идеях, о красоте. А на сегодня я прощаюсь с вами, прошу вас не забыть поставить лайк, поделиться с друзьями и задавайте мне вопросы. Итак, с любовью к вам, Таня. Пока-пока, целую.